Так, ну теперь надо тельце сделать. Ну, тут сейчас все проще. Главное, это всегда голова, ребята. Сделать голову, это, конечно, посложнее будет. Ctrl-2. Тянем вниз. Так. Смотрим. Вытягиваем из, так, сначала так, а теперь из по вот эту, нет, так не пойдет, ребята, play надо сказать и перейти в edit mode. Так, а здесь уже воспользоваться вот любимым инструментом, блин. Этим. Видите, сразу можно откатать колесико и видеть, насколько оно правильно это все делается. Остренько, не остренько. Прелестный инструмент. Прелестно, прелестно. Ну, вот так. Так. Тоже я сделаю. Пузика. Уйди оттуда. Это я собаке, извините. Уйди. Уйди, что сказал. Пузика надо побольше сделать. Так, здесь. Меньше. Здесь поплоще. Ну, так это будет хорошим. С этой стороны тоже сейчас уменьшим. Так, оставляем место для рук. И здесь. Вот так. Объект мод. SPC ZX. Ну, теперь пришпандорим ее сюда и начнем делать ручки-ножки. Но прежде чем мы начнем делать ручки-ножки, давайте сделаем копытца. Так, копытца мы сделаем так. Возьмем тоже сейчас кубик. Ctrl-2, play, уменьшаем, так, и давайте теперь смотреть, так, вот здесь, в edit mode, мы сейчас сделаем плоско. Прям вот так плоско. А здесь делаем вот так. Настоящая копытца. Так. Оно хорошо выглядит. Так, и далее мы с вами сделаем следующее. Пойдем сюда. Вот эту двоечку нажали, да? И Ctrl-R, вот здесь, подведем сюда, так, и здесь Ctrl-R,
подведем ее сюда. Отлично. Далее идем уже в этот и этот. Двигаем его по оси. Нет, теперь надо выключить. Двигаем по оси. Уже по оси Y. Вот так. Да? Даже можно побольше чуть-чуть. Так. И это тоже по оси Y. Это еще что такое? Так. Эти две сужаем между собой. Эти две сужаем. И оставляем. Единственное, что мне не нравится вот это дело. Я как бы... Так, ну-ка. Мы сейчас воспользуемся Optus Flatten. Вот. Вот это тоже мне инструмент очень симпатичен. Вот хорошая копытца. Ну и к нему также мы возьмем сейчас. Ctrl-A, возьмем цилиндр, скажем, 12 граней, все правильно, здесь она стоит, и тащим его к нашему копытцу. Так, этот объект, вот. Ага, как всегда. Объект мод, убираем выделение, и теперь еще раз. Миш. Цилиндр G вот сюда принесу и уменьшаем и увеличиваем по оси Z. Я думаю, так будет достаточно. Далее формируем ручку. S. Вот так, где-то вот так. Угу. И теперь накладываем здесь всякие Ctrl-R. Один ставим сюда близко. Еще раз Ctrl-R. Ну, допустим, даже 3 пойдет, да? Немножечко шире, вот так. И здесь тоже Ctrl-R. Сюда. Так. Теперь берем этот объект и ставим его сюда. На место его ставим. Так. И превращаем его в Subdivision. Так.
Далее идем в объект Digmod, выделяем вот этот полигон, ставим сверху. Так, и начинаем это двигать потихонечку. Вот так было бы прекрасненько. Теперь G перемещаем. Нет, все нормально. Больше нам не надо. Объект мод двигаем на место. Тоже немножечко ротейшн сделаем. Давайте посмотрим, что это будет. Okay. Смотрим сбоку, вытаскиваем. Так. И наклоняем R. Наклоняем. Можно, конечно, сделать так, что она будет пряменько стоять. Полу, скажем так, да? Так, а это мы увеличим. S. Просто вытянем сейчас. Еще раз. Если нам сейчас это проротировать немножечко, вот так, скажем так, и увеличить. Так, теперь уже ее вот так поставить. Я думаю, теперь это будет правильно. Да. И придать немножко косолапости тем, что повернуть по оси Z. Вот так. Еще раз проверим, насколько она правильно стоит. Она неправильно стоит. Теперь она правильно стоит. Вот так. Здесь мы тоже сейчас посмотрим. Edit mode. Так. И сжимаем. Так, теперь этот сжимаем личко. Ну, таким образом будет довольно-таки
Милая коровья нога. Вот. После чего мы можем спокойненько взять вот этот объект, вот так, и его, сказав, что у нас reset all, set origin курсор 3D, и можем теперь спокойно ее mirror делать вот так. То же самое мы можем делать с этой. Убираем все его трансформации. Ставим объект Т-курсор. И теперь его делаем. Вот. Вот хорошо получилось. Так, единственное, что как бы немножко неправильно, раз тут лапы у нас, вернее, ноги, у коровы ноги, их надо подвинуть вот сюда. Тут они будут правильнее расти. Да. Вот так. Отлично. Делаем копию, вводим сюда. Здесь делаем копию, здесь нет. Пока что так. Теперь эту часть копыта нам надо повернуть на лежа, как бы, да? Ну-ка. Нет, set, скажем, объект, set origin, геометрия, правильно. Вот теперь можем rotation делать. Вот так он будет где-то выглядеть, да? И подвинем. Тыдым. Здесь он должен быть. Так, с этой стороны смотрим. Здесь наоборот, должен вот так выглядеть. Хорошо. Двигаем. Разворачиваем по оси Z. Так. Ну и вот. Теперь надо сюда прилепить тоже вот такую штуку. Так, пока мы их отпустим, этот, скажем, нам сюда, а вот здесь поставим X, все нормально. Так, ну теперь попробуем прилепить это. Так, мне нравятся вот эти изменения, сейчас посмотрим, что с ними сделать, и вид. Так. Нет, нет, не так, не так. Я попробую сейчас выделить это все. Вот так. Раз. И отрезать. Вот так. А эти. Удлинять.
Ну, где-то вот так пока что. Немножко раздвинем. Геометрию поставим, да? Теперь обратно пойдем один мод и S развинем чуть-чуть, да? Ну и скажем еще F закроем. Все. Теперь главное посмотрим сверху. Сначала нам надо положить это все. Вообще, ребята, я вам скажу, чем этим заниматься. Проще новую ногу сделать. Быстрее будет. Цилиндр. Верно. Переносим, крутим. Уменьшаем. Подводим, куда нам нужно. Допустим, сюда нам надо, да? Разворачиваем, ротейшн делаем. Двигаем. Со всех сторон смотрим. Ну, красивый, пардон. Посмотри со всех сторон. Посмотри. Такие дебильные слова. Ну, то, что нужно. Еще раз сверху. Двигаем, еще двигаем. Так. Это правильно, все хорошо. Далее. Режим редактирования. Выделяем эти ребра. Двигаем. Уменьшаем. S. И еще двигаем. Это вот так. Можем, конечно, еще Ctrl-R парочку добавить здесь. Так, этот теперь превратить в subdivision. Edit mode. И здесь тоже сделаем Ctrl-R. Вот так. R. Да нет же. Так, и особо не надо выкручивать. Все нормально. Вот сидит коровитина. Так. Apple. Объект. Пойдемте в объект, скажем, Apple. Это тоже Apple. Этого, скажем, Subdivision Surface. Smooth. И Smooth.
Да, надо же хвост еще сделать. Коробу без хвоста. Так, здесь смус. Смус. Отлично. Subdivision и смус. Так, хорошо. Эти мы сейчас уберем лишнее и скажем, так, объект курсор mirror. Пока оставлю так. Так. И тоже mirror. Вот. Вот сидит коробенок такой. Да? Смотрим, можно ли нам его опускать. Давайте посмотрим. G. Чуть-чуть, наверное. Так, и здесь, так, сделаем следующее, выделим вот эти вот полигоны, раз, два, три, четыре, да? И скажем, что нам нужно циркла. И вот flatten убираем и regular убираем. Так. А теперь и нам нужна вот такая небольшая. Так, extrude. Скажем flatten. Вот так, теперь у нас хорошо. Опять E сюда двигаем, сверху смотрим, двигаем сюда, rotation поворачиваем, так, и наверх немножечко. Далее опять Е. Поднимаем. Посмотрим. Так, rotation делаем. И еще раз Е. Поднимаем. И rotation. Нет, rotation. Так. Теперь сделаем, как вот у львенка делали, да? Кстати, тут надо еще один поставить. Ctrl-R. Вот так. Который подвинуть так, как нам нужно. Вот так-то. Вот здесь получился залом, да? Смотрим. Вот так выдвигаем вот и все. Никакого залома больше нет.
Так, ладно, тогда так. Выбираю вот эти вот. Смотрим сбоку. Видим, что у нас уходит. Вот так, да. И делаем меньше ее. Кстати, тут тоже. Shift. Надо зажимать Shift. Тогда все будет хорошо. Ну, теперь прямо ставим, потом Е чуть-чуть так вот делаем, S раздвигаем, Е наверх, еще раз немножко раздвигаем, еще раз на звук смотрите, так, еще теперь Е. Так, Е. И сводим это в колечко такое. Тянем. Значит, многовато, наверное. Вот так сделаем. И здесь сделаем коллапс, наверное. М. Коллапс. Здесь Ctrl R. Опа. Вообще коллапс делать нежелательно. Честно говоря, уж лучше сдвинуть их между собой. Немножечко еще. Вот так. А с коллапсом всегда какие-то проблемы. Так, и здесь тоже, наверное, не слишком. Раздул. Ctrl-R и двигаем. И меньше. Опа. Двигаем. И уменьшаем. Готово. Такой у нас получился коровенок. Осталось только раскрашивать его. Ну, еще и у меня еще одна мысль есть. Так вот сделать. Так. Потом выделить вот эти. Сейчас, секунда. Вот эти вот. Раз, два, три, четыре. Как бы пузико такое. Сказать ему, что у нас должно быть циркл. Вот так. Хорошо. Пускай будет так.
все такое, да. Так, он у нас Apple. Так, теперь давайте мы все вот эти Apple сделаем. Везде, где только возможно. Вот так, Apple. А, надо перейти в Gitmod. Здесь можно было поуже сделать немножечко. Ну да ладно, корова есть корова. Что ж такое? Что он обзывается? Подождите. Я прям в режиме редактирования. А почему в режиме редактирования были же в объекты? Вот так. Теперь нам нужно подставить сюда кубик буквы с буквой С, расставку у них называется, и раскрасить ее. Но это в следующем видео.